Сегодня я выбрала помадку от Oriflame, очень нежную, в номере 44038. Смотри, какой красивый флакончик, футлярчик. Красота, не уступает люксу совершенно. Идеальная пара. Самый дешевый карандаш от Барбары Вульф и дорогая помада от Clinique в номере 02 Sugar Bean с линейки Soft Shine. Оба продукта состоят в проекте «Закончить» за 2021. Будем стараться. Но, по крайней мере, я вот как раз этот карандаш подобрала под эту помаду. Потому что почему-то эту помаду без карандаша очень тяжело вокруг контура наносить. Еще один день с проектом «Закончить». У меня сегодня тенюшки, румяны, хайлайтер и помада все с проекта. А помадка у меня Avon в названии Кашмир Тауп. Очень такая красивая, нюдовая, сероватая немножечко, да, но более такая нюд. Может быть, на любителя, но очень приятный цвет. Ух ты! А ко мне приехал сюрприз от Мариши А. Огромное тебе спасибо! Скоро-скоро на канале! Не теряем время зря. Заказ Сайхерб и плюс подарочки. Манит меня эта помадка от фирмы Avon Street Style. Девочки, я не знаю, это серо-лиловый или лилово-серый. Очень красивый цвет. Вот на камеру она выглядит более такой яркой. А в жизни она немножечко такая более, по-моему, тусклее чуть-чуть. Очень красивый цвет. Обалденно. Сегодня я с проектом «Использовать чаще» с помадкой от MAC в названии Teddy Bear. Когда-то, девочки, очень-очень хотела этот цвет. Просто мне казалось, что это просто что-то волшебное. Да, он красивый, но многие бюджетные помады не уступают ему вообще. Помадка «Самовар» моя еще со мной. Осталось только по донышку. Все стенки я уже вымазала. Очень хороший цвет. Вот как только закончу вот этот... закончу только эту баночку, сразу перейду вот на те стики, которые я сварила. И как я и сказала, хотя бы один раз в неделю я должна накраситься одним из стиков. Всем было смешно в прошлый раз, как я сказала, пойду с помадкой от Mary Kay на работу. Название Shell. Ну, так оно и есть, девочки. Еду сегодня на работу. Обычно работаю на удаленке. А теперь два раза в неделю буду работать с работы, как бы. На работе с работы. Так что приходится вставать пораньше, собираться и ехать. Кто о чем, а я бегом-бегом заснимать ролик, девочки, своих новых покупочек. И все, в принципе, отсюда уйдет скоро на розыгрыш. Решила совместить два геля с душем вместе. Лацетан и еще один гель, которым я был. И вот что у меня получилось. Такое ощущение, что, знаете, как скисшее молоко. Хотя пенится нормально, запах нормальный. Но мне, честно говоря, даже страшно им пользоваться. Что скажешь? 2 февраля. Плюс 23 градуса тепла. Красота. Мы загораем. Мы уже полностью разделись. И куртки, и свитера. Остались одни футболочки. Сегодня опять с проектом закончить. И я хочу поднажать вот на вот эту вот тенюшку. А-ля голубая, чуть-чуть такая сиреневая. Хочу сделать на нее, да, как сказать, упор в этом месяце, чтобы немножко подобить. Но также у меня участвует и белая тенюшка. Румяшки, хайлайтер, карандаш и тушь для бровей. Это также все с проекта. Также решила ударить сегодня по помадам с проекта и решила использовать вот такой вот пробничек от Avon в названии Cherry Delight. Девочки, он страшно, страшно плешивит. Я не знаю, вот кто, да, покупает вот такую помаду, не покупайте. Ты ее красишь, хочешь наслоить, а она снимает предыдущий слой. Поэтому мне пришлось спасать ситуацию вот таким вот блеском от Vivienne Sabot
в номере 44. Поэтому немножечко помада как бы получилась более темная, но немножко вот эта блестинка сгладила все неровности. Я вот эту помаду, я даже не знаю, сколько раз я ее наслаивала, хоть чтобы хоть чуть-чуть выровнять цвет губ. Что, я продолжаю свою помадку самовар. Как видите, я уже начала снимать ее, как говорится, со дна. Еще немножко, еще чуть-чуть. Я думаю, на разик два я специально не крашусь ей, только ею, да, каждый день. Так хочется чередовать и с другими помадками, но я стараюсь все-таки ее добить, так как нас ждут еще две помадки. А я опять со своей помадкой самовар. Мне кажется, что она очень подходит под этот макияж. Тенюшки от Catrice, такие дуохромные, голубовато-сиреневатые, очень красивые, очень заскучала за ними. Но у нас осталось здесь буквально на чуть-чуть.